В день города в двух харцизских дворах торжественно были открыты детские площадки. Так что мальчишкам и девчонкам, проживающим на улице Советской, 41, и Школьной, 35, 152-я годовщина основания Харцизска, наверняка запомнится обретением нового дворового центра развлечений. Для Большого Харцизска 2021 год оказался богатым на новые детские площадки. В поселке Горное на Школьной 35 был установлен 14-й в этом году игровой комплекс. Как только были сказаны все важные слова и выражена признательность тем, благодаря кому и появилась эта площадка, детвора поспешила приступить к испытаниям всех свежеустановленных конструкций. Мы благодарны нашим депутатам Народного совета от фракции Донецкая Республика, Бакадорову Александру Викторовичу, за то, что они принимают активное участие в жизни города. На День города подарили две площадки. На Горном, на поселке, мы сейчас находимся на улице Советской, открылись новые площадки. Мы их будем еще дополнять, благоустраивать. Буквально за два дня эти площадки здесь выросли. Поэтому огромное спасибо Первому республиканскому, который проспонсировал эти площадки для того, чтобы они появились в наших городах. Много детских площадок от Первого республиканского открылось по Большому Харцизску в этом году. Поэтому мы надеемся на дальнейшее наше плодотворное сотрудничество, потому что у нас еще впереди открытие спортивных площадок в следующем году планируется. Будем стараться удовлетворять просьбы всех наших жителей. Площадка прописана на Школьной 35, но принимает детвору со всех окрестных дворов. Семилетняя Настя пришла с мамой и вовсе с соседней улицы. Спешили на открытие не зря. Здесь и подружки, и подарки по случаю Дня города.